Ты на канале Королевские куклы. Подпишись на канал. Поставь лайк под этим видео. Ты молодец. Ребята, это мы что с ним сделали? Простите, посмотрите, какой он красивый. Мы ему в уши вставили ток. Что там происходит? Он лыс и становится. А что же там будет, если его полностью побрить? Ой, какой страшный! Привет, друзья и подружки! Вы на канале Королевские куклы, и сегодня мы с вами играем в игру «Монстрики». Смотрите, какие у нас чудные или страшные монстрики. Ну, монстрики, они все такие страшненькие немножко. И мы сегодня с вами поиграем, монстрики, вот в этом шкафчике. Что же там у нас в этом шкафчике? И вот у нас еще такой красавчик остался синенький. Ай, он вам машет. Привет, привет. Это канал Королевские куклы. Давай мы тебя пострижем, дружочек. Да, мы тебя возьмем вот так за ушки. И сейчас мы тебя по... Сейчас мы с тобой сделаем что-то очень классное. Мы сейчас сделаем из тебя мокренького, такого монстрика мокренького. Ты будешь у нас... Ты такой толстый, как мыльный пузырь. И сейчас еще ты взлетишь, как мыльный пузырь. Вот так вот ему жарко, и мы его всего залили. Здорово. И заработали баллы. А теперь мы его подстрижем. Мама Мия, что с ним произойдет? Он же станет худой и замерзнет. Ой, что же происходит? Ой, мамочки, что со мной делают-то? Меня стригут. Ой-ой-ой, я был такой толстый, такой красивый, пушистый. А сейчас я на лягушку похож, еще и недостриженную. Еще меня не достригли, простите. Кусочек там. Ой, а теперь меня будут машинкой брить. Ну так я ж совсем останусь лысый. Ой, мамочки, что со мной происходит? Я же лысый-то стану. Я ж невидимый буду. Ау, ребята. Ой, что там происходит? Он лысый становится. А что же там будет, если его полностью побрить? Ой, какой страшный. И худой. А где руки его делись? Ой, какой страшный стал и худой. И теперь мы на него посыпем, чтобы снова у него отросли волосы. На голове хотя бы, а то он совсем лысый, страшный какой-то стал. И водичкой польем. Поливаем, а то он такой худой был, такой красивый. Ой, посмотрите, что происходит. На моих глазах происходят чудеса. Ой, какая красота. Вот это я такого не ожидала. Ну, просто звезда. А это что? Это куда? Это, извините, куда? Это в уши, что ли? О, мамочки! Это какие-то... Сейчас его опять стричь будут? Это что, простите? Ага. И за что сейчас мы ему... О, боже мой! Ребята, это... Мы что с ним сделали? Простите, посмотрите, какой он красивый. Мы ему в уши вставили ток и пустили по ушам. А сейчас мы его оденем, и он будет у нас такой чумной, с такой прической. Мы его подстригли. Ну, короче, он самый крутой получился у нас. Самый крутой. Так, мы ему чоботы оденем, такие коричневые. Ну, вообще прикол. Так, вот это тоже его. Ага, вот такой он у нас модный-примодный. И очки, конечно, куда ж без очков, естественно.
И он такой довольный. Представляете, вы помните, каким он был? Вот таким он был. А какой он стал? Вот он, наш монстрик. По-другому его немножко сделаем. Ой, такой... Вот такой он у нас может быть, смотрите. Может быть розовый, черный такой. Какой-то красный помидор. Желтый, как лимон, да? А ну, а тело мы давайте какого цвета сделаем? Как цыпленок? Желтый или розовый, или черный? О, желтый. А давайте все-таки сделаем его черным, вот таким. А рожки ему тоже сделаем черные. А глазки мы ему сделаем. Какие глазки? Так, это у нас синие, черный носик. Совсем другой получается. Абсолютно другой. Вот такие глазки, по-моему, очень даже классно. Так, какую улыбку мы ему сделаем? Ого, какой язык длинный. Длинный-предлинный и страшный. Это однозубый, беззубый. Ой, это зубастик такой. Зубастичка такой. Давай зубастика возьмем. О, отлично. А это опять белка. С ним хочет фотографироваться. Это мышка, это цыпленок. Кого мы выберем? Напишите в комментариях, кого нам выбрать. Давайте мы мышь оставим, мышку. И очки, очки мы ему еще давайте подберем. Какие у нас? Вот эти звездные очки мы оставим. А теперь фото на память. Чик. Опа! Отлично! Ну, давайте мы еще вот этого синего поразукрашиваем. Он мне так понравился. Он такой смешной, да. Он машет ручками и говорит: ребятушки, что вы сейчас со мной опять сделаете? А мы сейчас опять тебя побрызгаем. Вот так вот. Ты как мыльный пузырек. Будешь у нас такой кудрявчик. Сейчас ты такой пышненький, такой красивый. А мы знаем, что с тобой будет через 5 минут, какой ты станешь. Розовый, такой страшный. Сейчас ты такой милый, а станешь ты такой не пушистый совсем. Да, ребята? Смотрите, мы берем вот эту машинку и стрижем его туда-сюда, туда-сюда. И он тут в таких трусах у нас стоит, розовых. То улыбался, а то ему не нравится, видите ли, что мы его подстригли на лысо. Опять на тебя посыпем. Посыпем, чтобы ты... У нас был красавчиком. Вот мы посыпали такое семечко. Сейчас мы поливаем. И тут сейчас произойдут чудеса. Как выросли наши красивые волосы. А теперь мы берем и вот тут причесали. Так, чух. А, класс, 590 баллов набрали. А это у нас в уши такие, бу-бух, и в это, бу-бух. И сейчас случится что-то очень страшное. Ой, спасите, что же вы делаете? Это так специально, чтобы прическа была красивая. Вот, теперь какая у тебя прическа стала красивая. Мы сейчас тебя оденем. Топики тебе оденем, трусы твои спрячем. Смотри, красавец-то какой, вот твои очки. И фото на память, он довольный. И вот как мы здорово с вами сегодня поиграли в этих прекрасных монстриков. Дорогие девчонки, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Королевские куклы, ставьте лайки, играйте вместе с нами. Пока-пока!